Всем привет! Сегодня мы будем взламывать Six Guns на монеты. Итак, приступим. Для начала мы заходим на вот этот вот сайт. Вот. И смотрим. Вот. Порядок установки FXBox. Вот. Скачать файл можно вот по этой ссылке. Итак, ну так как у меня файлы все скачанные, мы приступаем. Скачайте обязательно программу iFunBox. Вот она. Она открывает доступ к системе файлов iPod. Итак, давайте приступим. Вот, получается. Находим Six Guns, установленную на вашем iPod. Смотрим. Заходим в папку Documents. Удаляем все. Вот это все удаляем. Удаляем. И в папку Library. С нее мы тоже все сносим. Удалить. Да. Все, файлы удалены. Теперь мы приступим к самой игре. Загружаем игру. Она у нас должна быть новая. Ну, как мы удалили эти все файлы, она будет новой. У вас все собьется, и уровень, и все, что возможно. Все ваши достижения, но сейчас будет взлом. Так, подождем, пока она прогрузится. Так. Загружается, так, все. Она у нас загрузилась. У нас все меню на английском высвечивается. Вот. Let's go. Вот, напомню, вот. Ноль всего. Да. Help please add productive. Ну да, все хорошо. Убиваем двух бандитов. Вот этих. Давайте вот, все, убиваем. Все, теперь мы выходим из игры. Напоминаем, мы выходим из игры. Полностью не оставляя ее в фоне. Так. Закрываем ее. Все. Мы ее закрыли. Откладываем iPod в сторонку. Смотрим, что у нас здесь. Здесь все пусто. Документ. Заходим в папку Documents. Итак, сейчас мы открываем файлы те, которые вы скачали. Вот. Заходим в Money Only. Вот. В остальные два, ну, в общем, у меня ничего не вышло с остальными двумя файлами. Вот, заходим в эту папку. Копируем вот этот файл, так как... Вот, копировать... Вот. Теперь вот этот файл главный, да, common. Мы его удаляем. Удалить. Да. И на его место, вставляем копированный нами файл. Все. Теперь заходим в игру. Так. Запускаем Six Guns. Загружается. Вот. Ну, напомню то, что у меня устройство с джейлбрейком. Я не знаю, как другие устройства на это отреагируют без джейлбрейка. Так что, ну, в общем, заменить файлы нам удалось. Самое главное. И сейчас мы видим,
то, что у нас третий уровень, и прибавились нам монеты. И тут нам высвечивается сообщение, то, что мы богатые. Окей. Окей. Шоп. Можно покупать все, что вам нравится. Вот. Ну, меняем язык, соответственно. Так как нас он не устраивает, английский. И продолжаем играть. Вот, в общем, такой вот вид взлома существует. Играем, наслаждаемся. Всем спасибо. Спасибо то, что смотрели. Играйте на здоровье, взламывайте. Всем пока.